Мы продолжаем рассказывать о людях, чьи имена появились на районной доске почета. По результатам работы за 2021 год в номинации «Лучший работник сферы обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью» отмечен Алексей Филютчик, начальник отдела уголовного розыска и криминальной милиции отдела внутренних дел Солигорского райисполкома. На страже порядка Алексей Филютчик уже почти 20 лет. Прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до начальника уголовного розыска. О своем назначении на должность в 2018 году отзывается скромно. Надо, значит, надо. Служба родине здесь. Здесь нет таких желаний стать начальником. Здесь назначают, наверное, то есть тут... Если ты необходим системе, значит, необходимы твои умения, навыки, то, значит, ты должен выполнять свои задачи. Под руководством Алексея Филютчика отдел уголовного розыска Солигорского РОВД стал лучшим в районе Минской области и республики среди отделов уголовного розыска 4-й категории. Считает, что награда это не личная, без слаженной работы коллектива ничего бы не вышло. Здесь нельзя быть одним и сделать определенную задачу одному человеку. Здесь в любом случае участвуют все. То есть... Так как в кино показывают, что один сотрудник пошел, раскрыл преступление, к сожалению, в реалии это не так. Здесь только коллективом. Кто-то делает, занимается опросами, кто-то занимается изъятием видео, различные задачи, и в целом получаем результат раскрытия преступления. По итогам работы за 2021 год отделом уголовного розыска Солигорского РОВД раскрыто более 70% преступлений, большая часть которых по линии мошенничества.